Очень срочная новость от Гриара, захваченного инопланетянина. От Кассиопея, блог Ирина Подзорова. Возможности организма футисовца больше, чем землянина. Учитывая его ментальную работу по изменению эфирных матриц, поддержку Бога, всех светлых цивилизаций и свет нашей любви. Сегодня я немного поговорила с ним. Он сказал, что последние сутки мало двигался, чтобы перейти на экономный режим кислородного обмена. Все это время он спал, чтобы частично восстановить силы, а просыпаясь, уходил в медитацию или в астральное путешествие. В астрале он в основном беседовал со своей женой и детьми. Он сказал мне, что у него была сегодня откровенная личная беседа и с родителями, хотя мама уже вышла из воплощения, но по его зову она пришла и была с ним в астрале. Рам Тян сказал, что, судя по энергетике этих людей, они не собираются отпускать Гриара и других инопланетян, даже если им лично показать покинутые базы и поклясться, что физических контактов с землянами больше не будет. Ведь инопланетяне могут открыть эти базы снова и начать физически контактировать уже на следующий день после освобождения инопланетян. Американцы никак не смогут это отследить. Так что все это просто манипуляции и запугивание, чтобы получить нужные космические и военные технологии. Аштар тоже так считает.